Здравствуйте, дорогие друзья, город-курорт Анапа, гостевой дом Джексон. Ребят, тут произрастает такая вот красивейшая вишня, и она зацвела. Это при том, что сейчас у нас минус один, сегодня 12.02.2021 год, и выглядит это просто великолепно. Мы побоялись, что сейчас на 10 дней у нас приходят морозы, и мы не успеем ее посмотреть, поэтому пришли пораньше ее глянуть. Те, кто захотят прийти тоже посмотреть, будьте аккуратны, здесь посажены подснежники. То есть, помимо всего этого, можете увидеть, что они здесь тоже есть. Вот такая вот просто капитальная красота. Без слов улица, эмоции по-другому не сказать. То есть очень жалко, что, ну, как вы понимаете, это дерево у нас погибнет и не будет плодов в этом году. Я не думаю, что оно выдержит морозы такие вот сильные у нас здесь. Подснежники тоже очень жалко. Тут такая капитальная красота. Вот так вот приходит вроде бы весна, но при этом страдают деревья. Выглядит это, конечно, сюрреалистично немножко, потому что летит снег. То есть, я не знаю, будет видно на камеру, сейчас попробую вот возле фонаря где-нибудь показать. То есть, ну сейчас вот он пошел. Где же вы, снежинки? Вот, только хотел показать, не показывает. И такое цветение просто великолепное, красивое и классное. Радуешься прям в жизни, то, что можно наблюдать эту красоту. Самое обидное, что не могу снег показать. Не хватает освещения, потому что он идет такой мелкий. Знаете, как крупа пролетает. Хотя вот здесь вот нет-нет, я вижу, что на видео видно снежинки. Все, побежали.